Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Херсон и Гомель – новый вектор супрацовництва. Делегация нашего региона приняла удел в международном инвестиционном форуме «Таврические горизонты». До подачи тепла готовы. Старт отепляльному сезону может быть дадены на гэтым тыдні. Так распочиналось вызволение. У Гомельском районе отбылась реконструкция подей 1943 года. Музыка для души. Областная филармония открыла новый сезон. А зараз об гэтым іншым больше подробязна. Делегация Гомельской области на чале со старшинёй аблвыканкама Владимиром Дворником приняла удел у 10-м международном инвестиционном форуме «Таврические горизонты. Супрацовництва, инвестиции и экономичное развитие». Подробязности новых накерунков узаимодеяния регионов у наших корреспондентов. Сучасная история сябровских отношений у паўднёва-ўсходняга региона Беларуси и Херсонской области распачалася у 2011 году подписанием погаднения в межрегиональном супрацовництве. За гэтые годы цікавасць украинских бизнесменов до нашего региона у грошовым эквиваленте узросла с 6 до 11 миллионов долларов. Усяго за гэты период у экономику региона выгодно укладено 60 миллионов долларов. У структуры белорусского экспорта переважают нетканные материалы с химичных ниток, силовые установки и рухавики. У наших жыхароў популярностью корыстаются херсонские садовина, гародніна и орехи. Однако перспективных напрамков для экономичного супрацовництва у региона значна больш. Менавіта про гэта ішла размова падчас визиту у верасні херсонской делегации у Гомель. У лику приоритетов обновление судноходства на одной из найважнейших водных артерий Европы – раце Днепр, повелишение поставок в украинский регион техники Гомсельмаша, а угадлевую сетку Гомельшины – украинской сельскохозяйственной продукции. Спотребилось усяго 2 тыдні, и вот переговорные процессы, распачатые на паўднёвым березе Сожа, находят свое документальное замацаванне в рамках форуму на паўднёвым березе Днепра. Беларусь не первый год веде активную пропрацовку пытания по будаўництве порта Ракамора на глубоководном участку Днепра в Брагинском районе. Это практично на мяжи с Украиной. Идея складывается у тым, как загружать у гэтым порте судна смешанного класса, які змогуць доставлять грузы про Чорное море Украины, Европы, Азии и Африки. Перед нашими краинами и областями открывается грандиозная перспектива по поширению объемов перевозок грузов водным транспортом. Есть великий потенциал для организации перевозок по Днепры нафтопродуктов, лесу, будматериалов, продукции черной металлургии. Заводом Петриковского горно-обогащального комбината резко узрасте грузопоток калийных удобрений. Створение водного транспортного канала не только дозволить поскорить доставку грузов, але істотна снизить кош транспортировки белорусской продукции Украины, Африки, Азии, Латинской Америки и, как выник, повысить конкурентоздольность. Идея об обновлении судноходства на Днепры подтримали президенты двух краин Александр Лукашенко и Петр Порошенко у мая этого года. Решение этого питания до сегодняшнего дня упиралось в назначение границы финансирования на территории Украины. Особистые перемовы Владимира Дворника с керавництвом наибуйнейшей суднобудаўнічай компании «Нибулон» завершились на форуме подписанием трехбокового меморандума. Традиционные экономичные интересы в области – поширение рынка сбыту и повелишение поставок техники Гомсельмаша. Например, сегодня в Украине парк комбайнов под маркой «Полесе» наличивает маль 2000 одинок. Как подлечили специалисты, агульная потребность Украине суседцы на нашу технику не меньше за 1500 одинок, у тым ліку на поля Херсонщины до 500. Развитие этой темы может отримать и устварение у Херсоне сборочной вытворчести. Менавіта гэтые пытанні будут вырашаться у ходе реализации подписанного дилерского договора помеж Гомсельмашем и Херсонским машинобудаўничым заводом. Як шакаецца, першие поставки сельскохозяйственной техники гомельского промыслового гиганта отбудутся до конца этого года. Оценивши подчас визиту на Гомельшину якость наших дорог, керавництво Херсонской области уже на своей территории проводит предметные перамовы с керавником Гомель Аблдарбуду и Грэм Краушенком об створении партнерского предприемства. Гомельшане предоставят свои технологии, а украинцы – працовные руки. Что тышится поширения ассортименту продукции на прилавках крам Гомельшины, этому будет содейничать реализация подписанных погоднений о поставках у наступном годе персиков, абрикосов, кавунов и дынев, а так само раслинного олею. Як отзначу в конце своего выступления Владимир Дворник, я хочу выказать упэўненай, что реализация всех этих проектов станет еще одной цагляной
Глінкай у тривалым будынку сяброўства беларускага і украінскага народаў. Вольга Рабікова, Настасія Кучынская, тэлерадыёкампанія Гомель, Херсонская вобласць, Украіна. Протягиваем выпуск. Усе котельни Гомельской области готовы до отепляльного сезона. При захаванні достаткова низких температур поветра у регионе готовы распачать подачу тепла у объекты социальной сферы и жилевый сектор уже на этом тыдні. Олег Сентеров побывал на одной из самых сучасных котельней в области. Еще у первой половины 90-х годов о поселку Заречья Реческого района практически никто не ведал. С 1957 года тут находилась звышсекретная ракетная часть, трапить на территорию якой было просто немагчыма. Поселок, до речи, и назывался тогда по-иншему Гомель-30. От военных застався жилый фонд и некоторые административные будинки. У былым штабе, например, сегодня находится поселковый совет, а у военном клубе – дом культуры. Гэтая котельная была побудована больше як паўстагоддзя тому. И весь этот час поселок Зарэчча атрымліваў тепло менавіта адсюль. Причем, як и ўсё у военном городку, гэты объект был секретным. Теперь его плануется сдать в аренду предпринимальникам. Старую котельню закрыли в минулом годе. Причина оказалась некалькі. По-перше, обсталяванне, якое тут выкарыстоўвалася, состарело физично и морально. По-другое, страты тепла при его подаче до спажывцов доходили до 45%. По сутности, далеко не танное паліва выкарыстоўвалі для подогрева земли. Новую котельную у эксплуатацию ввели наприкінці минулого года. Причем одночасово за ее будовництвом заменили еще и всю теплотрассу. Это дозволило снизить страты тепла до 4%, а маль утроя меньше доведенных нормативов. Для реализации проекта выкрасили амаль 3 миллиона долларов, выдаткованных сусветным банком. Основной вид палива – дравнина, недохопа у якой нема. По якости резервового палива – газ, але выкрасовывать его будут только у выключенных выпадках при тех же температурах поветра от минус 30 и ниже. Подвозы и щипы осуществляются своевременно, по первому требованию всегда нам подвозят. Вот. Ну и запас, конечно, вот наш навес 7-дневного запаса топлива, он у нас обычно заполнен. До работы на полную могутность новая котельня готова приступить хоть зараз. Во всяким разе тут не выключают, что коли температура поветра и далее будет оставаться на относно низком уровне, все котлы будут уключены уже на этом тыдні. В сравнении со второй котельной, новая дозволит что год экономить до 600 тысяч рублей. Хоть и эта лишь бы может повеличиться. У планах керавництва Речского райжилкомгаза оптимизовать колькость працующих. Тем больше, что переважно большинство процессов автоматизованы. Правда, зарабіць гэта можна будзе толькі прыкладна праз 3 гады. Па умовах контракту на працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі уносіць карэктыроўкі ў тэхналагічны працэс нельга. Оборудование, установленное на котельной, позволяет дистанционно управлять всеми процессами. Один вопрос остается – подача топлива. Здесь он механизировать полностью его не получается со склада топлива, поэтому будет как-то минимум 2 человека здесь присутствовать на этой котельной в дневное время. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Речицкий район. Вернуться у минулое на 74 годы. У Гомельском районе отбылся историко-полявый выход и ретро-пробег по местах боевых деяний 1943 года. Военно-историчное клубное объединение «Гонор мундира» проводит его что годы по магчимости, максимально наближая реконструкцию до эпохи минулого. Старт дали каля братской могилы воинов-вызволителей у населенном пункте Теруха Гомельского района. С подробязностями Ганна Ковалева. У этой братской могиле сотни солдат 37-й гвардейской рэчыцкай стралковой дивизии, которые отдали свои жизни за вызволение вёскі Теруха. Апошние 5 годов гэтыя восеньские дни сюды приезжают представники военных комиссариатов региона и члены военно-исторического клубного объединения «Гонор мундира», каб ускласці вянкі и ушановать память загинувших. Для некоторых это место особливое. На мемориальных плитах знакомые прозвища и имены. Мой прадедушка, моя прабабушка, они все здесь, да. Их они погибли за несколько часов до освобождения деревни. Значит, хотя до этого шло какое-то итальянское подразделение, это в основном жителей, итальянцы предупредили, смотрите, ездит немецкая группа, которая зачистками занимается, убивает людей, жжет дома, но не поверили. Но тем не менее, ворвалась немецкая группа, вот окружили деревню, кого похватали, загнали в дом и подожгли. Ну, мне, наверное, как помню, себя, наверное, года 4 у него было, ко мне сюда первый раз привели, дедушка рассказал, это же могила, это же не просто там ради красного столца какая-то дощечка. Здесь реально прах этих людей лежит, да.
Раз некалькі гадзін пасля забойства бязвінных людзей у вёску прыйшла 37-я дывізія. Менавіта з яе ўдзелам і ў гэтых месцах ішла гомельска-рэчыцкая наступальная аперацыя. Яна стала першым крокам на шляху да вызвалення ўсёй Беларусі. Адсюль распачаліся першыя кіламетры беларускай зямлі, свабоднай ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Адступленне ворагаў ішло па начах. Баявой маршрут пралягаў праз раку Сож, якую нашым салдатам прыйшлося фарсіраваць. На ваеннай тэхніцы яе пераадольвалі з дапамогай пераправы і адразу уступалі ў бой. Наступленне падтрымлівала авіяцыя. Праз паўтара месяца быў вызвалены першы абласны цэнтр нашай краіны – Гомель. А праз 69 гадоў энтузіясты, чые родныя асабіста бачылі тыя падзеі, арганізавалі ваенна-гістарычную рэканструкцыю. Аб'яднанне «Гонар мундзіра» праводзіць яе штогод на працягу 5 гадоў. Дзеля гэтага ў Гомельскі раён з'язджаюцца людзі з усёй Беларусі і расійскага памежжа. В целом в мероприятии участвует около 40 человек. С самим реконструктором им очень интересно, они живут этим. То есть, ребята, вы видите, с собой у нас только аутентичные вещи, только аутентичные там шинели. Точно так же бойцы ночевали в лесу в 6 градусов там и так далее. То есть выживали. Мы на пароме переправимся с броневиком. Вот. Ну а ребята пешим ходом переправятся, форсируют тоже реку. Вот. Ну и далее у нас наши коллеги имитируют именно того противника, который находился исторически на тех позициях. Броневик БА-64, автомобиль ГАЗ-67. Менавіта гэтыя мадэлі тэхнікі прымалі ўдзел у наступальнай аперацыі. Некаторыя машыны члены аб'яднання аднаўлялі самастойна за ўласныя сродкі. Сярод удзельнікаў аб'яднання энтузіясты з усіх куткоў Беларусі, не толькі. Дарэчы, праз 2 гады гонар мундзіра адзначыць 10-гадовы юбілей. Ганна Кавалёва, Сергій Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель». Магчымасць адчуць сябе сапраўдным байкерам з'явілася ў выхаванцаў Гомельскага дзіцячага дома. Да іх у госці прыехалі прадстаўнікі беларускага аддзялення міжнароднага клуба ўладальнікаў «Харлі Дэвідсон». Пасядзець за рулём легендарнага матацыкла падахвоціліся і хлопчыкі, і дзяўчынкі. Разам з байкерамі дзеці зладзілі сапраўдную фотасесію. Госці прыехалі з падарункамі, прывезлі ў дзіцячы дом воданагравальнік, сантэхніку, дываны і фотаапарат, а яшчэ размаўлялі з дзецьмі ў нефармальнай абстаноўцы. Для гэтага ў сталовай ладзіліся сяброўскае чаепіцце. Юныя артысты таксама падрыхтавалі для байкераў падарунак – невялікі канцэрт. Когда у чалавека ёсць возможнасць памочь каму-ліба, то это надо делать всегда, постоянно, на постоянной основе. Почему Гомель? Ну, наверное, Минск избалован всякими мероприятиями, все там происходит. А мы хотим, чтобы и в регионах, и в Гомеле, и в Витебске, и в Могилеве появлялось больше увлеченных мальчишек, девчонок, которые хотели бы путешествовать, кататься на байках, достигать своей какой-то мечты, тем более она достижима. 1 кастрычніка ў міжнародны дзень музыкі Гомельская абласная філармонія адкрыла новы 51-й канцэртны сезон. На сцэну выйшлі артысты найвышэйшага ўзроўню, салісты арт-праекта «Тэнары 21-га стагоддзя». У суправаджэнні эстрадна-сімфанічнага аркестра абласной філармоніі пад кіраўніцтвам Станіслава Шныра яны прадставілі праграму «Няма песні без цябе». Падрабязнасці са свята музыкі у Александра Лупіненкі. Сотні яскравых праграм, десяткі громкіх імёнаў, шматлікія гастролі. У Гомельскай абласной філармоніі багатая гісторыя. 51-й сезон распачаўся яскравы з вялікім размахам. На сцэне эстрадна-сімфанічны аркестр імя Юрыя Васілеўскага. У яго суправаджэнні спяваюць маскоўскія зоркі, арт-праект «Тэнары 21-га стагоддзя». Сяброўства і творчыя сувязі аб'ядноўваюць сусветна вядомых выканаўцаў і Гомельскую філармонію ўжо 8 гадоў. Да адкрыцця 51-га канцэртнага сезона артысты падрыхтавалі прэм'еру, вялікую праграму пад назвай «Няма песні без цябе». Яна створана ў лепшых традыцыях савецкай эстрады, у аснове чароўная музыка Арно Бабаджаняна і песні з рэпертуару легендарнага Муслима Магамаева. Мы паём в первом аддзяленні вот такие яркие эстрадные песни зарубежные, которые пел Муслим Магамаев, очень яркие, замечательные. А во втором это, конечно, в основном Бабаджанян, ну и, конечно же, пахмутовская мелодия.
Гэты канцэрт толькі пачатак шматлікіх сюрпрызаў, якія філармонія падрыхтавала для гомельскіх меламанаў. У іх ужо зараз ёсць магчымасць атрымаць абанемент на шэраг музычных мерапрыемстваў. Гомельскі зритель уже можа спланіраваць свой дасуг на весь канцэртны сезон. У нас дзейсуе абанементная сістэма, в которой зритель может определиться, на какой концерт он уже может пойти, буквально до мая месяца 2018 года. Ждем своего зрителя и готовы его удивлять. Открытие нового музычного сезона у Гомеля запомнится на долгий час. Глядачам – становчими эмоциями, артистам – теплым приемом и овациями. Александр Лупиненко, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Гэта, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Максім Савін.